Здравствуйте, меня зовут Алексей. Мой стаж работы более 5 лет. Я работаю в компании «Ленремонт». Здравствуйте, меня зовут Валеев Марат. Я мастер компании «Ленремонт». Мой опыт работы уже более 7 лет. А сегодня мы поговорим о посудомоечных машинах. Какую технику стоит выбирать, какую не стоит выбирать, как за ней ухаживать и что чаще с ней происходит. Самый главный плюс посудомоечной машины заключается в том, что на то количество посуды, которое можно загрузить в эту посудомоечную машину, вы руками потратите большее количество воды, большее количество энергии и так далее, и так далее. Посудомойка экономит просто все и отмывает, то есть даже старую сковородку, которой пользовались 3-4 года, на ней остаются вот эти вот осадочки маленькие. Засовываешь посудомойку, достаешь ее, ну, мое почтение. 60 градусов как-никак. Да. Реально моет? Руки обожжешь при 60 градусах мыть. А тут действительно экономия воды действительно есть. Там в среднем 10 литров. 10 литров воды посудомоечная машина расходует на полный цикл мойки. Да, что там 2 кастрюли воды использовал. А пока руками моешь, ну сколько, примерно 40 минут, по сути, идет мойка руками. За 40 минут столько воды утечет. Что лучше, конечно, в посудомойку положить все это дело, и пусть оно работает. Есть единственный плюс, который уберет все минусы. Можно просто вспомнить, как вы стирали свои вещи руками без стиральной машины. И как это было накладно. И какое счастье было, когда появилась стиральная машина. То же самое и с посудомоечной машиной. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вдруг все же что-то случится с вашей техникой, либо в доме, звоните в компанию «Ленремонт». А по промокоду YouTube вы получите 15% скидку на работы мастера. До новых встреч. До свидания.